Всем здорово, ребят, и сегодня я бы хотел начать прохождение вот этой просто великолепнейшей игры под названием Valiant Hearts The Great War. По-моему, насколько я помню, она вышла у нас в прошлом году, и я сразу же в нее поиграл, потому что отзывы просто отличные, игра мне безумно понравилась, и вот я решил пройти ее еще раз, но только уже для вас, дорогие мои зрители. Так что давайте-ка с вами начнем. Так, поехали. Новая игра. Так, все понятно, все. Отлично. Так, источником вдохновения для авторов игры послужили события... 1 августа 1914 года. После убийства Франца Фердинанда, наследника Австро-Венгерского престола. Так, может быть, я тут просто громкость немножко убавил. Давайте-ка, наверное, вот здесь на сотню сделаем. Германия объявила войну России. Союзная ей Франция также готовится к боям. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них был и Карл. Так, 1 августа, 14 год, Сен-Миэль, Франция. Через пару дней после высылки Карла войне показалось мало, и она забрала Эмиля. С тяжелым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Сен-Миэль. Как и многие другие, он мог только гадать, что ждет его так, впереди. Так, 13 августа, 14 год, казармы в районе Сен-Миэля. Погнали. Так, чё-то тут орёт он. Мол, быстрее, ребята, давай. Давай быстрее. Короче, какой-то он нервный сейчас. Так, всё, я уже даже переодеться успел. Так, посмотрим, что у нас тут. А, факты, интересные факты. Но это потом. Но это потом всё. Так, хватит орать, я уже иду. Иду я. Так, всё, смотрите, мы уже с вами опять успели переодеться. Так, не понял. Говорят, иди туда, поговори с ним, типа. Окей, погнали, ребята, за всеми. Так, побежали. Это у нас какая-то подготовка такая идет, да? А где? Так, тут у нас с стрелочками все нужно делать. Я уже не помню, это управление какое-то здесь. Так, теперь идем сюда. Берем с вами гранатку. Так, и целимся, да? Давайте вот сюда кинем. Все, ему хана. Давайте все-таки звуки я поменьше сделаю. На 80 поставлю. Так, все. Вот так вот будет нормально. Так, ну гранатку я на всякий случай с собой возьму. Так, этого бьем еще раз вот так вот.
Так, теперь бросаем гранатку опять. Ждем. Отлично, он готов. Так, побежали дальше. Так, подготовка прошла успешно. Так, что у нас здесь? Формирование армии, да? Ну, это... Короче, ребят, здесь очень много придется читать, так что я не буду заморачиваться. Так, говорит, подними, мол, флаг. Вот так вот торжественно поднимаем флаг Франции. Моя дорогая Мари, мы все ближе к Парижу. Странно, но обстановка тут очень веселая. Надеюсь, с урожаем все хорошо. Соседи помогут его собрать. Они очень добрые и отзывчивые люди. Напишу, как только получу назначение. Поцелуй за меня внука. На вокзале в Париже, пытаясь попасть к своему полку на платформу 21, Эмиль встретит того, с кем будет сражаться бок о бок. Человека, который станет его лучшим другом. Так, ну что? Давайте подтянем. Так, отлично. Нам, по-моему, нужно его сейчас сделать так, чтобы эти гады от него отстали. Двоих мы уже брали отсюда. По-моему, это нам пригодится. Так, туда нельзя. О, да, смотрите. Блин, я что-то как-то просто вот так вот взял бутылку. Я даже не знал, что ему надо было это дать. Так, вот это тоже надо взять. Все, что здесь лежит, оно может пригодиться. Как это нельзя на лестнице? Я не понял. Ты че? А, он любит музыку. Ну давайте ему споем. Давайте, ребят, попойте, пацаны. Так, туда дальше не пройти. А как ты любишь, чтоб тебе-то? Я же даже не знаю. Музыку он любит. Блин, ну ладно. Чё и как тут? Вот взял и разбил бутылку я. Так, подождите, стоп. Предметы, факты. Подсказка. А, окей, потому что я вот что-то... Я уже не помню, как здесь правильно нужно. Вот видите, я буду как-то ходить, бегать. Они ж по-быстрому хоп сыграли, разок сыграли, и все, и прекратили. Ну... Как же тебе быть? Тебя помнят, да, я играл здесь музыку довольно-таки прилично. Получилось все отлично, да. Но вот сейчас что-то я не могу вспомнить, как здесь нужно правильно. Давайте посмотрим. А, он первый. А, тут, короче, какая-то последовательность должна быть. Так, стоп. На барабанах должен быть первый. А если, допустим, раз, два, три, четыре.
Ага. Третий, четвертый. Все, отлично, пацаны, молодцы. Так, поднимаемся и... А что у нас здесь было? А, здесь-то надо будет с вами, ребят, в колокольчик позвенеть. А не, пустить паркур этим троим, да? Отлично, все, слазим. Ну, братан, здорово. А, он американец у нас. Да. «21 августа 1914 года. Полк Эмиля был направлен в бой против 71-й германской дивизии барона фон Дорфа. Первоначальный восторг быстро сменился неизбежным страхом перед первым боем. Говорит, мол, побежали, пацаны. Время в бой вступать». У меня даже оружия в руках нет. Я просто с каким-то долбанным флагом иду и все. Я буду тыкать флагом этим врагом, этим наконечником наверху, я буду во всех тыкать. Погнали! Заметили! Заметили, гады. Спокойно. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Побежали, Эмиль, побежали. Тихо, 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 притормозни-ка. Куда я побежал? Все нормально. Все, нашему командиру хана. Ну что, из командира как-то попытаемся с вами обойтись. Так, спокойно, давайте, ребят, быстрее, быстрее. Быстрее. Ах ты ж, ёлки-палки, чуть не прибили меня. Ой-о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 й, как здесь много всего. Стреляет нас, капец, как... Блин. А Эмиля-то и подстрелили. Мадемуазель Шайон, рядовой 150-го пехотного полка Эмиль Шайон, 21 августа был ранен противником и после этого захвачен в плен. Надеемся, он скоро сообщит вам. А против него и Карл этот сражался, да. Я его сразу заметил. Когда там была картинка с этими немцами, я сразу заметил, что этот Карл Фредди, там был. Фредди, гражданин Америки, записался добровольцем в армию Франции в самом начале войны. За его показной отвагой таилась лишь пустота, оставленная войной. Фредди хотел лишь одного – наказать тех, кто сломал ему жизнь. Во время битвы на Марне Фредди наконец отыскал следы того полка, которым командовал барон фон Дорф. Так, ну что, погнали, ребята. 7 сентября, 14 год, Марна, Франция. Так, все. Режем, режем, режем. Побежали теперь. Так, здесь какой-то бой не особо такой живой. Это не слишком сильно стреляют здесь. Так, давай, давай, давай. Так, берем гранаточку. Вот сюда, да? Да, вот сюда кинем гранат. Еще возьму на всякий случай. Мало ли, вдруг пригодится. Лучше такое дело так просто не оставлять здесь. Так вот, солдаты нам говорят, мол, нужно мост подорвать, чтобы выиграть в этой атаке. Побежали, побежали. Так, блин, тут еще были гранаты. Делать. Ох ты ж!
Что-то я как-то слишком близко подошел. Ну, давайте. Так, мы сами сделаем. Вот сюда, короче, кинем одну. Да, и тут лестница сейчас вроде опустится. Да. Ай-яй-яй-яй. Вот пока он перезаряжается, мы давайте поднимемся. Отлично, берем кирпичик. Сюда, кинем его. И вот так вот его, знаете, подлюка, а. Хорошо врезали ему. Так, теперь вниз. Что нам нужно? Берем эти фиги, вставляем сюда. И нажимаем. Все, мост подорван. Операция прошла успешно. Так, теперь нам куда? Нам опять же сюда, наверное, наверх. Другого пути, потому что нет. Давайте, опа, граната. Уже граната. Так, вот сюда нужно кинуть ее. Давайте еще возьму одну. Отлично. Так. Ага. А, нам нужно сбить лестницу, да, чтобы она вот так вот упала. Да, все, я вспомнил. Все вспомнил. Так, все, сохранение прошло успешно. Так, опять здесь стреляют у нас. Нужно ждать. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Так, берем гранатку и вот сюда, наверх. Так, теперь берем еще одну, и у нас там есть проходцы, можно спокойно кинуть еще одну в него. Отлично! Побежали. Вот такие вот молодцы мы. Оба-на! Не отца, смотрите, я этот как по-быстрому сбежал. Ладно, опять же ждем. Так, теперь наверх, наверх по-быстрому пока перезаряжается. И сюда. Так, давайте что-нибудь с вами. А вот, вот здесь можно пробить. А, бутылка. Бутылка. Кидаем свою бутылку. О, надо как-то отвлечь нашего друга. Опять же, давайте возьмем бутылку и кинем куда-то вот, не знаю. Знаете, вот, может, сюда куда-то. Ага, давайте так попробуем. Ища мы его так разочек, бах, и все. Так, наверх я пока не буду, может, здесь что-то есть. А здесь что-то есть, но я туда не могу пройти, к сожалению. Какие-то фрукты. А это что такое? А, вот что это такое. Я вспомнил. Есть, один есть. И второго! Все, супер, снимаем флаг этот сразу. Разрываем его. В клочья. Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншей и туннелей, который станет одним из символов Первой мировой. Полк Карла отступил в окрестности Нёв-Шапеля. Именно там находился в плену Эмиль. А эти тут гуляют вообще по полу. Ну что, Эмиль? Так, говорит, мол, принеси пожрать.
Я пожрать очень люблю. Так, 10 марта, 15-й год, германский лагерь, там что-то там. Так, дай собачке попить. А, вот, крутим. Вот эту фигню надо крутить. Так, отлично. Так, что нам нужно здесь? Нам нужно... О, фотография. Вот это вот фигня. Опа-на. Это кто? Карл! Здорово. Мария, est-ce que ça va? Дорогой папа, мы живем в атмосфере неизвестности. Немцы используют жителей Сен-Миэля для защиты от французских бомб. Надеюсь, в плену добры к тебе, и рана уже зажила. Внук тебя целует. Шлю тебе его фото. Люблю и очень жду ответа. Да, опять кричит, пожрать хочу. Давайте. Берем этот котелок, тащим вот сюда его на огонь. А, так, сперва нам нужно водички. Да? Нет? А что? Вот водичка. А, теперь морковки. Не, теперь зажечь нужно. Да. Да. А теперь морковочку пускаем. Все, супчик готов, тащим его к тому командиру. Генералу, кто это? Командор. Ох ты, что по нам стреляет. Давайте внутрь, внутрь, внутрь. Разбомбили тут все, но собачка молодец. Нашла Эмиля. Так, ну что, ребят, давайте как сдираться отсюда. Да, разбомбили тут все очень даже хорошо. Ты кто? Даже его не тронул. Мужика. Нормально, молодец. Так, берем-ка мы бутылочку. И что будем делать? Давайте что-то искать. Бутылка-то зачем? Не знаю. Ну ладно. Вот здесь, по-моему, какая-то еще фигня была. Ну, что там такое-то? Или где там шо? Не знаю. А вон она фигня. Бля. Давайте ее, вот бутылка ее сбить. Так, все. Берешь и приносишь мне. Давай, иди сюда. Ох, молодец. Так, вставляем и поднимаем. Идем с вами дальше. У нас впереди еще много приключений. Так, нам нужно сейчас собачку поднять. Как бы это сделать? Давайте сейчас посмотрим. Зайдем сюда. Так. А, не успел, не успел. Нужно по-быстрому ее до самого конца дотащить и побежать наверх. Во! Успел.
поднимать самый смей. И наверх. Отлично. Побежали как... Ага, так. Здесь собачка может пролезть по-быстрому вниз. Так, а вон там идет Боня. Вон французы, немцы. Все, побежали, пока нас вместе с ними тут не разбомбили. Так, что тут такое? Ага, все, вспомнил. А собаки-то можно идти туда, да? Ну ладно, хорошо. Я прокопаю, а собака сама доберется. О, молодец, она уже здесь. Ждет меня. Так, туда мы не проберемся, здесь бомбы. Не, боишься? Ну, понятное дело, что ты боишься. Так, давайте, куда нам? Она как раз сюда. Там лестницу нужно чем-то сбить, как-то. Но не было там ничего. Такого, ничего такого, что можно было бросить, как-то я не заметил. Блин! Я же даже не копал, я просто подошел. Ладно, в общем, хорошо. О, что-то нашел, смотрите. Дай-ка сюда. Землю. Давайте попробуем сейчас сюда кинуть эту кость, чтобы сбить эту лестницу. Давай. Опять берем кость. Так, по-быстрому, лопатой. Так, главное, вот. Ай-яй-яй, напоролся все-таки, смотрите. Все-таки я напоролся. О, вот так вот все аккуратно. Так, здесь всегда нужно аккуратно с этими бомбами. Так, ну что? Это что такое у нас? Не понял, немножко. Ой, блин, а! Зацепилось где-то. Да, блин, твою... А, ну тут колбаса, походу, бежала. Блин, она побежала, собака-то за ней. За несколько минут до этого по другую сторону британские фронта. Британские войска продолжали атаковать Нёв-Шапель. Их следующей целью был Порт-Артур. Так, что, теперь мы с вами за Фредди играем. Давайте. Так, побежали. Так, это кто? Какие-то, я не знаю. Арабы, что ли? Погнали, пока нам второй. Короче, пока опять огонь не открыли. И, ребята. Быстренько с вами вот эту вот фигню. Давай, Фредди, давай. Прячемся. Опять ломаем, бежим дальше. Так они там перезаряжаются. Успеем, Фредди, успеем. Долго еще? Нет, мы уже на месяц. Такс. Ну что там, куда надо? Так, ему нужно... туда ему нужно две, да? Две. Так. Так, двигаем его сюда. Даем ему три. Третью. Сейчас. Ну так, три тебе нужно. А, это четыре, походу. Вот, три. Эй!
Так, есть. Не-не-не. Туда мы выбросим ее. Теперь нам осталось поставить с вами последний динамит вот сюда. И опять вот эту пушку с вами берем. И бросаем. Боже, какой он радостный. Все, ребят, можно подрывать. И пробираться на ту сторону, да? Или как там? Да, вот они хотели, чтобы эта фигня спустилась. Так, что у нас тут? А, не-не, стоп, что тут валяется интересное такое? Ножик? Ножик. А вот эта собака. Опять Эмиль бежит ее спасать. Фредди заметил. Блин, Фредди, давай быстрее, надо думать. Побежали. Огонь! Как мы с вами успели? Вовремя. Ну, Фредди молодец, конечно. Да, вот помощь здесь как раз очень бы не помешала. Отлично. Так, а давайте теперь Эмилю. Merci, mon ami. Du Ragnar. Carl Louis van der. Yeah, come. Хотят, наверное, Карла искать, да? Скорее всего, да? Среди бесконечной череды атак и контратак Фредди и Эмиль искали выпри неуловимого барона. Да, вот они искали барона этого. Да. 22 апреля, 15-й год, Ипр, Бельгия. Ага, вот тут газ, все травятся этим газом. 22 апреля 1915 года немцы впервые использовали в бою газ. Да, вот, использовали этот газ, и нам нужно как-то вот... А вот собака может снизу пролезть и дернуть эту фигню, да, чтобы перекрыть, да, баллон. Собачка, молодец. Но Эмиль с лопатой на войне, это что-то очень новое. Но я не помню. Да, хорошая собака, молодец. А что такое? Что-то нашла собака. А, здесь можно прокопать с вами вниз. Так, что будем делать? Ага. А теперь вверх. Чуток вниз. Чуток вверх. А, да, у нас же здесь стрелочки. Все, я вспомнил. Так, собираем эту фигню. Монетка какая-то. Ну, давайте, что ли, еще наверх. Давай, собака пошла. Опускаем ее вниз чуток. Теперь вверх. И пусть она дернет нам рычаг, потому что вот там есть... Вот в углу есть, опять же, такой проходик для собачки. И она сама выберется. Да, вот. А, вот, да. Сказать, пусть она дернет. Что-то я не вдупляю. Ну давай, иди туда. Иди. Может быть. Пусть она дернет еще вверх, может я спущусь там. Еще. Теперь вниз. Еще вниз. И посмотрим, что у нас здесь. А то здесь я еще не был сегодня. Ага. Да, вот нам как раз сюда и сюда. Ну давайте-ка. Ага.
Я понял, нам нужно эту штуку подтащить сюда. Нет? Разве нет? Ну ладно. Но что-то должно вот на эту херню вот встать. Вот. Вот. Нам нужно эту фиговину перетащить. Да. Так, вот этот дерни чуть вверх. Я сейчас эту тачечку поставлю здесь. Да? Так, теперь дерника. Так, не, вот сюда чуть-чуть толкнем. Так, все, теперь ко вниз дерни. Все, готово, теперь тащим назад. Вот сюда ставим аккуратно, да. И дергаем за рычажок. О! Так, нам нужно еще. Так, а теперь собачка еще дерни. Вот за рычажочек. И еще разок. О! Все, перегрелась фигня. Газ отключен, можно идти спокойно. Теперь бы нам с вами как-то выбраться отсюда. А вот лестница. Спасибо, ребята, спасибо. Не забыли все-таки про меня. Про Эмиля. Так, он говорит, нам нужно идти. Идти нам нужно. Ну, пошли. Давай. Опа-на, а вот штука летит с этим бароном. Бросают, стреляют снарядами какими-то уже в нас. А, спокойно, спокойно, давай. Так, Фрейд почему-то наверх побежал. Ну, ладно, хорошо. Я думал, он с нами пойдет. Так, что-то нужно привязать. А, все, я вспомнил. Берем с вами эту корзину. Так, привязываем, значит, вот. Вот сюда. Так, собачонка, значит, садится. Отправляем ее наверх за... Вот сюда, короче. Так, значит... Бери косточку. Ой. Блин, а как ему помочь-то? Ай-яй-яй. Да я слышу. А, косточкой, значит. Вот так вот. Thank you, my friend. Can you help? Don't worry. Так, говорит, все отлично, сейчас я все сделаю. Ну, побежали. Так, подбираем часы. Старинные какие-то. Ну, короче. Ой, газку пустили, гады. Знаешь, мы тут газку пустили. Тихо, быстрее, 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 быстрее. Валим, валим, валим. Отлично, успели мы с вами. Опа-на, что за тачка там? Ага, все. Опа-на, прыгаем по-быстрому. Тачку. Анна родилась в Бельгии. В Париж она приехала учиться. Ей почти удалось отыскать пропавшего отца. Судьба была благосклонна. Все они двигались в одну сторону. Но на подходе к Вими их заметил германский отряд. Так, мы с вами едем. Вот здесь придется нам нелегко. Не особо легко. Потому что нас сейчас тут будут стрелять по полной программе. Здесь нужно уворачиваться. Только уворачиваться.
Ой-о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 й, подбили чуток тачку. Так, спокойно, ребят. Вот так вот. Неплохо. Тихо, не надо мне стрелять, пожалуйста, не надо. Ай, спокойно, пацаны. Вы чё, я ж мирный. Вот гадость, а. Вы ж поймите, что вы меня так не остановите. Так, это мины показывают, мины, мол, на пути. Чтоб я уворачивался. Вот так вот аккуратно мы сами обходим это дело все. Вот ничего у вас не получится. Абсолютно ничего. Я здесь батька. Так, все, вроде успокоились. На чуть-чуть. И опять поехали. Все, улетели, ребят. Отлично. Ох ты ж, твою мать. Это ж пальнули, конечно. В машину. А Фредди ранен вообще по полной программе. Говорит, мол, найди аптечку, Эмиль. Эмиль, найди аптечку. Так, ночь, 22 апреля, 15 год, лабиринт. Ну что, ребят, давайте здесь мы, наверное, с вами закончим. И уже продолжим играть в следующей серии. Всем пока.